мы понимаем, что нам необходимо установить подпор, бордюрный камень со стороны муниципальной дороги. Мы видим, что необходимо устроить ливневой приемный коллектор. Мы считаем, что первоначально по данным, что необходимо просто воду, которая поступает здесь, выпустить в ливневую канализацию городской, да, областной дороги, которую областные структуры выполняли. И на этом, я считаю, что все проблемы, они абсолютно закончатся. Подрядная организация сейчас параллельно восстановит тротуар, снимут ограждение, уплотнят откосы. Брусчатку мы попросили пока не восстанавливать. Просто мы делаем подсыпку из гранулята, чтобы более комфортное передвижение было и безопасно для наших нижегородцев. Ну, а после этого, после того, как мы решим полностью вопрос как раз с узлом на нашей муниципальной дороге, и подрядчик без предъявления каких-либо претензий восстановит, понимает всю сложность, как раз восстановит покрытие из брусчатки и восстановит ограждение. Я попросил снять ограждение, потому что оно подвисает, будет деформация. И немножко поставим оградительный элемент. И по срокам сегодня, к концу вечера, максимум к завтрашнему утру, мы будем понимать, что нам делать просто с участком, где у нас происходит основной водосбор. Примем решение. Я думаю, восстановить в полном объеме до конца недели мы все восстановим. Но единственный вопрос у нас будет только по установке коллектора. На это потребуется какое-то время и финансирование. Я думаю, до конца недели мы разберемся и окончательно скажем, в какой период мы все это восстановим.